Всем привет! И снова я перед вами. Немножко прошло времени, я отдохнула, а вы от меня, а я от вас. И сейчас я послушаю нового исполнителя, которого я ни разу не слышала. Lizer and Flash, Fails Mirror. По-моему, как-то так. Я считаю деньги на столе, где дотнеет мой косяк. Зеркало убьет меня когда-нибудь, но не сейчас. Тоже фальшивый, ты тоже разбит, ты тоже пытаешься жить и любить. Я смотрю в ее глаза и вижу только отражение денег, машины, одежды. Это зеркало разбито, как и все в этом мире, и мы лишь осколками падаем вниз. Я пытался понять эту жизнь, сука, я допускаю ошибки. Я не знал, что такое любить, и, кажись, не узнаю никогда в жизни. Я снова сделал трек, который будут ненавидеть, потому что он слишком правдивый. Разбей мое зеркало, чтобы я больше не видел всю эту картину. Я считаю деньги на столе, где-то тлеет. Ну какое веселенько. Меня когда-нибудь, но не сейчас. Тоже фальшивый, ты тоже разбит, ты тоже пытаешься жить и любить. Я смотрю в ее глаза и вижу только отражение денег, машины, одежды. Это зеркало разбито, как и все в этом мире, и мы лишь осколками падаем вниз. Это зеркало разбито, как и впрочем моя жизнь. Собираю по крупицам, она била мое сердце, но я смог ее забыть. Идти дальше — это мой принцип. В моем кармане есть деньги, что забыл я на этом притоне. Я с виза, я с низа, мне проще быть такими, как и я. Но ты понял, зеркала, эй. Я считаю деньги на столе, где-то тлеет мой косяк. Зеркало убьет меня когда-нибудь, но не сейчас. Тоже фальшивый, ты тоже разбит, ты тоже пытаешься жить и любить. Я смотрю в ее глаза и вижу только отражение денег, машины, одежды. Это зеркало разбито, как и все в этом мире, и мы лишь осколками падаем вниз. Под ногами старый скейт, я иду к своей мечте. Шмальц бумага в рюкзаке, Джастин Пирс на высоте. Под ногами старый скейт, я иду к своей мечте. Шмальц бумага в рюкзаке, Джастин Пирс на высоте. Я курю, как Джастин Пирс, как Джастин Пирс, как Джастин Пирс. Я умру, как Джастин Пирс, я Джастин Пирс, я Джастин Пирс. Друзья мои, в общем-то так, последнее время меня часто упрекают в том, что я больше придираюсь к внешности, к каким-то словам, вместо того, чтобы слушать музыку и говорить и конкретно именно то, что я думаю про музыку. Ну вот музыка мне понравилась. Мне понравилась вот какая-то такая свежесть и такое, ну что-то такое дискотечное, в принципе, неплохое, не могу сказать. Ну, смысл тоже, в общем-то, понятен. Не могу сказать, что он там сильно глубокий, но все понятно. И, в общем-то, и нормальным языком сказано. Вопросы, о чем говорится. Ну, вот тут вот немножко опять у меня возникают вопросы, которые я уже до этого высказывала не раз, о том, что больно часто вы слушаете песни о том, как я курю косяк, и как я умру, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, вот это я... И про деньги, вот по деньги. И вот мне как-то все время, знаете, когда мне пишут комментарии, объясняют, что он там не курил, он только травку курил, поэтому он такой... Ну, это я ваши комментарии читаю, не буду говорить, под каким из клипов. Какая разница, кто что курил? Главное, курил, и это плохо. Вот. И поэтому, в общем-то, из всего того, что я наговорила, могу сказать, что вот этот Лайзер,
И Флэш, в общем-то, в принципе, неплох, если бы он еще пел что-нибудь такое более-менее полезное для общества. Вот. А еще я хочу сказать, что вы мне тоже пишете о том, что за что вы уважаете всяких Лил Пипов, за Кизару, за то, что они поют правду и не боятся быть самими собой и говорить то, о чем они думают. Вот, друзья мои, не упрекайте меня, потому что я тоже говорю то, о чем я думаю. И, наверное, этим и хорош мой канал, что я не подлаживаюсь под вашу ситуацию, а говорю то, вот понравилось мне или нет. Ну, в общем, даже, знаете, четверку, ну, может быть, с минусом за смысл. А за музыку и вот за вот этот такой веселый драйв даже можно 5 поставить. Вот.